мы приехали на дачу. И чтобы зайти в калитку, так скользко так. Надо валенки одевать. Сколько здесь разгребать придется? И такой сразу стал низенький заборчик. Было время, когда я перешагивала через забор. Придется тоже. Хотите? Отхожу. Скользко, аккуратно, Саша. Так, Чарли, давай, давай, вперед. Пошли, давай, Чарли, вперед, давай. Не бойся, давай. Валенки-то в Надюшкиной машине. Давай, там наш. Там наст. Наст. Я... Все, дальше не пойдешь? Не пойду. Я по колено. Ну, переступай. Давай, дальше. Вот. Надюшка приехала. Расчищает дорожку. Мы привезли из дома цветы. А что они там будут делать? Точно завянут. А здесь нас порадуют еще дня 4. Весенняя уборка. Кто видит вот эти пятна? Это не вода. Это за зиму разорвало лимонад. Поэтому уборка первым делом. Вот и солнышко выглянуло. Вот и солнышко. Такой контраст. Снег. И яркие тюльпаны. О, Надюш, какой туннель. Ой. Прокопала. Молодец. Теперь осталось прокопать. За водой сходить. Поднимаю голову, у меня шапка такая. Бум! Я такая же. Так, ну до вечера ты успеешь до бани прокопаться, до колодца. О, как хорошо, телефон-то можно оставлять, а? Да, очень удобно. Просто на снегу. Если вот так вот, не очень комфортно. Не очень, поэтому мы закидываем ведра туда. Вот так вот. Какое солнце классное. Ой, классно. Я пошел? Давай, ползи. Если не можешь идти к своей мечте, ползи. Или хотя бы ляг и лежи в ее направлении. Вот так. Так и живем. А дальше? Зато не скучно. А дальше? А все? А кто бы набрал вас? Собак. А дальше что делать? Как я ползла хорошо, а? Чудесно. Это меня... 5-0. Меня папа не смог снять, как я здесь ползла. Это мы уже прочистили тут дорожку, вон, да, по колено. Я ползла, но... Вот тут чуть-чуть осталось еще. Немножечко еще не дочистили. И вот теперь сюда дорожку надо дочистить. Самовар на шишках. А что, в такой позе? Классно. Будешь в снегу валяться сегодня? Посмотрим. Будем, наверное. Будем, конечно. Святое дело. Чарли, кто там? Можно лаять? Кто там? Лаять. Ну иди, кто там, смотри. Дома-то нельзя? Вот. Хоть на радость собаке. А то в Москве уже даже на улице запрещают лаять. А я отсюда как ведрами, а я обратно не попал. А ты об этом не подумал? Я-то еще дорожку не расчистила. Чарли, все. Я обратно-то не смогу ползти. А все? А все. Галоши я уже посеяла. Сама провалилась. Да, я сама тут уселась.
Так, не расплескайте. А коромысло дайте мне. Расплескайте, пожалуйста. Слушай, какой кайф. Стой, Надюша, я выползу. Здесь неплохо кормят. Все? Набрало. Набрало. Сама сухая хоть. Как лист. Как лист сухой. Ладно, хоть сколько есть, да не холодно. Ну, то есть живем в Москве, знаете, скучно. Шустренько работаете, работаете. Я в процессе, мне чуть-чуть осталось. Я говорю, а то в Москве скучно, вода сама из крана льется. Никакого разнообразия. Ну и как всегда говорю, натаскать воду в дом, натаскать воду в туалет. И даже не извиняюсь за подробности. Вообще буду извиняться, да? И натаскать воду в баню, ополоснуться. Хотя можно и снегом ополоснуться. А, молодец, дочка. Что значит молодость? Да я, в принципе, сама бы справилась. Но я лучше по воду схожу раз 10. Молодец. Какое сегодня солнце. Просто обалденная погода. Я вам хочу сказать, что туи красивы именно зимой. Потому что вот такой вот контраст, да? Летом мы не замечаем этой зелени. Зелено все. А здесь вот такая красота. Лежишь, ждешь весны. Ты знаешь, она уже наступила. Давай уже качаться. Лежишь, ждешь весны. Ты знаешь, она уже наступила. Давай уже качаться. А на улице, мне кажется, теплее, потому что работаем. Как-то кривоватенько. Надюш, ты молодец, но как-то кривоватенько. Вот так вот. Ты как пошло. Челюшка, отходи. Ну что, там уже хорошо у нас в баньке. Ну, да. Что бы я без тебя делала? Махнула бы руку. Ну, мне не привыкать. А вот так вот. Можно лежа, можно сидя. Могу не копать. Совершенно верно. Ой, какая же сегодня чудесная погодка. Здесь сидела Надюша. Проще говоря, это попа Надюши. Мои дорогие, здравствуйте. Смотрите, какое солнце. Такая капель. Так птички поют. Слышите? Вот хочется просто стоять и блаженствовать. Слушать. И праздник продолжается. Наш женский. Праздник весны. И
повторюсь все-таки. Я хочу вас поздравить не с отдельно взятым днем, не с отдельно взятым праздником, а все-таки с праздником весны, с праздником жизни, с праздником пробуждения. И хочу сказать, что ведь счастье мы создаем сами. Вот приехали, потрудились и создали счастье. Аккумулируем теперь это счастье для того, чтобы зарядиться потом этим счастьем, ну, дней на 10 точно, и поделиться этим счастьем с вами. Лишнее сейчас вот солью. Алиса, включи «Ты мой последний герой». Слово «Включаю пацана». Включаю «Лобода». Песня «Последний герой». Что? Алиса, стоп. Алиса, включи «Мираж. Последний герой». Уже и солнышко село, а я не могу растопить самовар. Это даже хорошо. В доме не хочется быть. Все дела переделала, вскопала, посадила, прополола, покосила. Ну, что теперь делать? Стою у самовара. А помните, тут стоишь над молоком, пока оно закипит. Стоишь, никак не закипает. Стоит отвернуться. Все, готово дело. Убежало молоко. Так и здесь. Стоит, наверное, отвернуться, не стоять над душой. Я вот думаю, когда дойдут руки, когда дойдут финансовые возможности заменить забор. Хотя, что это грустно? Нормально. Всегда говорю, против лома нет приема. И за высокими заборами воруют. Как-то давно-давно были насмешки под моим видео по поводу моего забора. А я вообще хотела сказать, что забор – это не самое важное в моей жизни. Да, хочется новый, но это не то, что я хотела бы поменять сиюминутно. А к слову сказать, у нас уже много лет стоит несколько видеокамер обзорных. Послушайте, какая тишина. Уже вечереет. День прибавился, а солнце по-зимнему низко и очень ярко, в контрасте со снегом. И сейчас повод поговорить о благодарности. Очень благодарна своему мужу, что он приехал, расчистил снег у калитки и уехал домой в Москву. Благодарна дочке Надюшке, которая на весенней веселой волне со мной, за неоценимую помощь расчистки дорожек. Я уеду завтра, побыв только сутки, чтобы Надюше, чтобы ей дать возможность насладиться этой тишиной в одиночестве. И в этом есть логическая цепочка. И вы уже знаете, что, живя одной большой семьей в московской квартире, каждый из нас хочет, мечтает, но не всегда озвучивает мысли
о нескольких днях тишины. И так получается, что мы часто заменяем суетой очень важные вещи. Побыть в тишине. Одной. Одному.